Здравствуйте! Большой футбол нас ждет сегодня, и для вас этот матч проведут Константин Генич и мой коллега Георгий. В составе сегодня выйдут на матч хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Состав команды гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Здравствуйте! Большой футбол нас ждет сегодня, и для вас этот матч проведут Константин Генич и мой коллега Георгий. В составе сегодня выйдут на матч хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Состав команды гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. Здравствуйте! Большой футбол нас ждет сегодня, и для вас этот матч проведут Константин Генич и мой коллега Георгий. В составе сегодня выйдут на матч хозяев. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Состав команды гостей. На ваших экранах тактическая схема команды на этот матч. Сегодня тренер предпочел оборонительный вариант. И наш матч начинается. Хорошо мяч перехватили в атаке. Хороший пас во фланг. Так, только не останов... Отличный удар! Просто здорово. Сейчас защитник сыграл. Защитник хорошо прочитал пас и перехватил его. Могло быть опасно.